Сегодня у нас в городе появилась еще одна замечательная пара, которая регистрирует свои отношения в ЗАГСе Железнодорожного района. Зовут их Юля и Илья, и, конечно, они очень волнуются. Ребят, поделитесь своими впечатлениями. Честно, мы выбирали и подбирали дату. Нам очень приятно, то, что мы выбрали именно эту дату, День всех влюбленных, 14 февраля. Мы рады, что нас все поддержали, все близкие с нами рядом. И мы рады, что БРСМ тоже присоединился к этой дате и поздравил нас с этим праздником. Мы очень волнуемся перед бракосочетанием. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Газета «Видбичи» тоже поздравляет вас с праздником. Ура! Можно небольшой праздничный поцелуй? Замечательно, спасибо. Вы зарегистрировали ваш брак. А во-вторых, вам удалось это сделать в уникальный день. В день всебелорусской акции «За любимую Беларусь». В этот день мы, белорусы, выражаем любовь к своей родине. И сегодня Белорусский республиканский союз молодежи дарит вам символ акции с датой вашего бракосочетания. И пусть в вашем сердце всегда будет радость и счастье, а в доме достаток и благополучие. Волнуетесь? Очень. Нет. Я как никогда спокойна. Ну тогда давайте самый романтичный поцелуй в День Святого Валентина.